Гидросооружение было разрушено оползнем в 2015-м. Коллектор перестал собирать воду во время дождей, из-за чего подтапливало нижестоящие дома на улицах Делегатской и Союзной. Ситуация осложнялась тем, что объект расположен в труднодоступном месте в покрытом лесом ущелье. Для тяжелой спецтехники не было подъездных путей к оголовку. В итоге объект отремонтировали. Мэр вместе с председателем горсобрания Виктором Филоновым оценил проделанную работу. Работать будет при любых условиях, и мы отвечаем за свою работу. Данная работа, единственное, хочу добавить, данная работа выполнена в рамках производственной программы, то есть без привлечения дополнительных финансовых средств. Алексей Копайгородский поблагодарил коммунальщиков за работу и поручил следить за тем, чтобы обновленный коллектор не постигла прежняя участь. Самое главное, чтобы это все очень грамотно эксплуатировалось, и мы должны сделать профилактические мероприятия, чтобы уже все, что вы сделали, оно ни в коем случае не вышло из строя. И должны все периодические мероприятия проводиться, чтобы работало все без сбоя. Добавлю, что уже во время осмотра коллектора к главе города обратилась заведующая расположенного неподалеку детского сада и попросила о помощи в ремонте кровли здания. Алексей Копайгородский поручил провести необходимые работы в кратчайший срок.